Всем доброе утро. Вот приехали, решаем, что делать. Сколько плитку выпускать на низ? 2 цома. 2 цома наш уровень. Там везде 5, как раз целая влазит, а тут 2, там в углу вообще цом. Тут еще такой банан, так как так выставлять цокольный профиль, так фиг его знает. Ну, хоть будет на что приклеить посередине. Так, я думаю, мы цом поднимем. Цом поднимем. Трояк получится. И все равно где-то 2,5 будет на воздухе. Зафуговать тяжело будет потом. А иначе никак. Надо уровень ловить. Не словишь уровень. Не очень-то смотреться будет. Ну, еще думаем, как тут сделать. Сейчас там коллега кабеля разматывает, пойдет, задебилирует, чтобы было каждые 50 сомов. Тут вообще редко задебилированы. Плохо держат они, не все держат. Еще сегодня вот эти вот подоконники переделаем, сорвем. Сорвем, переставим тоже, они далеко не вровень стоят. Тут 2-3 ряда снизу будет плитки, и по ней будет конкретно видно, если не вровень стоит что-нибудь. Видел, видно, не видно, он тот посередине вообще перекошенный весь. Сорвали подоконники. И что, год простояло, и ни черта ни опору не сделалось. Только вот это вот это не выжжено, это пена вот здесь была. Кто так ставит? Объясните мне. Так что миф разрушен, что под черными подоконниками не опор горит. Годик простояла солнечная южная сторона. Это пена, Роза, смотри. Видишь? Ничего им не делается. Никакой влаги. Сухо-сухо. Вот отметил на уровне. Отметки дал, шаг 7 сантиметров. Вот представляю к этой линии. Уровень приставлю. И каждые 7 цомов перенесу с уровня отметки на стенку. Везде на углах отобьем. И все. И это получится наш шов в цом. А потом начну клеить 2 ряда. И тогда уже смотреть, раскидывать, как получается. Эти вертикальные швы может пошире сделаю, чуть-чуть, может чуть-чуть заужу, чтобы не подрезать, чтобы с целых плиток все получилось. Но это уже по ходу дела покажу. Видно на видео, не будет. А тут уже ничего равнять уже не будем. Это уже бесполезно. Еще клинкер отвалится, столько наращивать. Ну, бей. Тут уже и так мы ковырнули тут армовки. Тут 2 сетки, наверное, вложили. 160-е. Армовки чуть ли не цом. Если еще равнять начнем, то тут все перетрескается к чертям. Уже как есть, так есть. Переделали угол наклона. Видите, полистирола столько на окне. Все по-своему переделали. Сейчас все вровень стоит, все как надо. Но ужас, какая-то стенка кривая. Но ее уже выровнять нереально. 1,5 цома наращивать. Над цом отслоится еще и перетрескается все. Уже как есть, так есть уже. Вот такое у нас, как это, нотная тетрадка получается.
много времени не отнимает это отбивание линий. Зато потом проще клеить. Все, видишь? Можно сразу идти, вот, допустим, каких 2 метра вверх поднимать до поддонов. Идти такими кусками. Сейчас пойду первые ряды ловить. Это самого клея замешали. Так сильно густой и сильно жидкий не мешаем. Ну как сказать, не то что сильно густой, но такой погуще делаем, чтобы плитка не плыла. Если жидкий сделать, начнет плыть, потом очень много поправлять надо. И так у нас система такая. Лепим, лепим, потом кто-нибудь подбегает, поправляет. Пока она не прихватилась. И все. Мажем только на плитку. Этого вполне хватает. Шестерочкой, гребеночкой. Всегда так делали. Сколько лет. Всегда все чики. На стенку начнешь мазать, линии не видно. И это вообще бред. Не надо. Армировка с клеем, она очень хорошо сцепливается. Хорошая агдезия у них. Там сколько бывало пробовали сорвать так. До полистирола вырываешь, чтобы плитку сорвать. А тут по-другому не сделаешь, только так. Кривой клинкер надо криво и клеить. Его ровно, потому что не поклеишь. Ой, уехали. Ну, очень длинную где-то всунули. Ну, 20. 19,5. 20. А внизу 18,5. Давай, наверное, эту поменяем. Такая же самая. Да, такая же самая, подлиннее. Там всунуть. Чтоб швы догнало. Такая же самая ерунда будет, как всегда. Плитка 20 отличается, 18-20 длина. И вот самое главное, это правильно сейчас раскинуть при первые ряды, чтобы потом не мучиться. Легко было раскидать, никаких проемов, окошек нету. Дальше так уже 4 окна. Там уже придется высчитывать. Дождь начал капать, зараза. Ну, сделали 4 стенки разметку первых рядов. Подрезы. Окна отметили, чтобы сразу в окнах будет, не будет никакой перевязки, будет целая плитка с одной плитки. Потому что окна вынесены, тут цомов 15. Смысла нету кусочки лепить. Перевязку мы на углах делать не будем. У нас выйдет вот так, плитка вот так пойдет. И с этой стороны она подойдет. Вот здесь будет один шовчик. Так же самое с большими стенами. Лицевые стены со входа. Шва видно не будет, боковые шов будет виден. Что так делали не раз, нормально выглядит.
Вот здесь немного подрезов будет. 1,5 цома. Маленькое окошко. Не получилось целой плитки обойти. Придется две плитки резать под сому. И над окном тоже под сому резать. Каждый ряд две плитки. Под сому, когда отрезаешь, ничего не видно. Выглядит тоже как целая плитка. Иначе не получается, потому что тогда от откосов маленький кусочек здесь был бы. Здесь тоже маленький был бы. Все, уже первые ряды поклеены. Уже как разметку сделали, так и пойдет. Уже ничего не переделать. Но стены тут кривые, так ужас просто. Шнур как отбивали, так ой-ой-ой. Может быть, видно потом на боковом солнце. Полчасика некрасивая стенка будет. Не фокусируется. Сейчас попробую показать. Какой банан загнутый. Видите, по линиям моим отбитому. Везде возле углов так закругленно. Тоже он дальний откос, закругленный как. Тут и так армовки этой. Чуть ли не цом две сетки. Тут уже равнять некуда. Отвалится к чертям, если еще равнять. Догрибовали внизу, так чуть побольше дали грибов. Мы смотрим, что-то за много получается. Тут вообще каждые 30 цомов вышло. Так решили пореже дать. Тоже тут чуть-чуть, может, перестарались с грибами. Но ничего, главное держать будет. Хоть свою работу хорошо сделаем. Ну, пол дома, 4 стенки. Подготовим. Можно садиться лепить. Конечно, если дождь даст поработать. Вроде не обещали сегодня, но завтра обещают уже. Капает так. Нормально, капли большие пошли. Наверное, сейчас ливень даст. Тучка зашла вот одна. Вот зараза. Что вот такие дела. И здесь вот, допустим, целая вышла. Там тоже целая. Здесь она до сюда вот вылезет. До сюда вот. Вот здесь другая плитка зайдет. Вот здесь вот шовчик будет через все. Вот эти перевязки делать смотреться не будет. А так более-менее интересно смотрится. Уже делали так. Не говорил уже. Вот нижняя линия. Это наш ноль. Это верх первого ряда первой плитки. Вот посмотрите, вот здесь, допустим, как. И потом пошло на расширение, если вам видно. Сейчас приближу. Видите, как пошло на расширение. На расширение. Здесь сужается. Оп. Это мы подняли 1,5 цома. Здесь все равно будут полплитки на воздухе. Так что запомните, кто под клинкер дом готовит, проверяйте своих строителей, что они там вам с первым рядом делают. Одинаково. 6 цомов тут вышло, как раз на целую плитку. Здесь тоже так более-менее. И вон там пошло на сужение. Но там немного будет торчать, там где-то цом полтора. Вот тоже косяк конкретный практик, когда вставляют эту полосмазку с сеткой. Видите, мы всегда еще дополнительно соединение где сеточки ставим. Иначе всегда трещину дает. Всегда. Везде треснувши можно посчитать. Сколько практиков с
стоит даже. Везде трещины. Но это ничего уже, дальше не треснет. И смысла поправлять нет. Если под декор, да, а под клинкер видно не будет. Угля линию нарисовал, отошел будет. С этой стороны его плитка вот так вылазит. И вот подвели дни, каждый метр, полтора, чтобы задалеко швы не уйти никуда в сторону. Это как маяки. Если подошел, как говорится, не дошел, то растянул швы. Если за много зашел, уменьшил швы. С такой неровной плиткой иначе никак, только так. Грубо говоря, здесь все посередине, надо с глазу раскидывать эти вертикальные швы. 2 цома длина плитки отличается. А перебирать тоже не вариант, она все такой разнобой, что тут как начнешь перебирать, выберешь там, допустим, 18 ровно. И потом одну часть, 18 поклеишь, и все. Куда эти 19, 19,5 делать? 20. Вот стараемся раскинуть. Видите, пропал шов. Уперся, все, пропал. Раскидываю, растягиваю. Значит, тут ничего не придумаешь. Ну, все, шов более-менее одинаковый, одинаковый. Ну, это только полцома отличается. Есть, где конкретно отличается. Руки красные все в отбивке, в муке. Ну, видите, убегал этот шов. О, всунул две плитки поменьше. Все, сравнялось. Так, весь дом придется смотреть. А, вот здесь еще надо линию нарисовать, чтобы потом... Одинаковый размер шел, одинаковый подрез. Забыл тут нарисовать. Сейчас нарисую. А потом сбоку подошел, присел и равняешь с глазу. Вот линии, потому что плитка-то отличается вот. Это вот от этой по высоте отличается. Если выставишь вверх ровно, низ будет казаться, нижний шов будет казаться кривой. А с глазу тогда раскидываешь так, чтобы более-менее смотрелось ровно. Если тут по лазеру, как мне писали, помню, раньше в комментариях, по лазеру, ну что, с ума сошли, что ли? Попробуйте по лазеру поклеить такое, и потом пишите такой комментарий. Все равно с глазу надо раскидывать. Это ровную плитку, да, которая там 6 на 19, 6 на 18. Если один размер, все, пожалуйста, такую можно по лазеру. Ой, что это, заговорился перемазать. Не туда влепил. Ровную плитку, пожалуйста. Можно и лазер ставить. Но что толку лазер ставить? Ну, лазер по углам от линии нарисовал и отбил. Тот же самый лазер. Знаю, надеюсь, за месяц сделаем этот дом. Под 300 квадратов, откосов немало. Было бы неплохо. Хотя всего, может быть, может за 4 недели не сделаем, может за 5. Что коллега один в отпуск идет на неделю. Будет видно. Приложил, прижал, вот так пошевелил, чтоб клей разошелся, и все. Говорю, сколько пробовали отрывать, так с армовкой вместе до полистирола отрывается. Так держит вот именно этот клей, на который клеим.
не так все просто. Выглядит, что, что тут некоторые так клеят на стенку, клей мазают. Ну, так, это чушь полная. На стенку ты пока намажешь, пока этой плитки наложишь, подровняешь ее, у тебя где-нибудь этот клей чуть подсох. Ты приклеил, и потом через там месяц-два на следующий год это все отвалиться может. На стенке очень быстро обветривается клей. Должен сразу, мгновенно намазал, наложил. Это не внутрянка. Тут совсем по-другому все сохнет. Такие все банановые плитки всего вылишило по толщине, по всему. Их тут подбирать, тут помрешь. Тут пока квадрат наклеишь, если начнешь перебирать, и толку ничего не навыбираешь все равно. Тем более клеили такое, знаем, зафугуется, красота будет. Под старинку будет выглядеть. Ой, тут очень много больших. Уже не влазит, надо поменьше подбирать. Все-таки приходится чуть подбирать. Хотели побольше швы сделать, сделали около цома, хотели чуть больше. Но хорошо, может, что они сделали побольше швы. Меньше фуги пойдет, быстрее зафугуется. Это на угол. Да. Это на угол. И чуть-чуть раскину. Как тут, если вот здесь подровняю, то здесь, о, видите, будет еще больше. Иначе никак, только вот таким способом, с глазу потом. Наклеил пару квадратов, два квадрата каких, и с глазу смотришь, подравниваешь, пока не прихватил клей. Вот такие дела. Вот солнышко вылезло, так уже на эту стенку больше не полезем. На солнце клеить опасно, может клей перегореть и отскок быть. Что вот такие дела. Завтра, думаю, вот эти вот три стенки, что леса имеем, думаю, весь низ до поддонов спокойно обклеим, может даже повыше. Так что вот так. Сегодня понедельник, завтра вторник. Это видео я вкину во вторник утром, вы его увидите. Следующее в среду утром. Всем пока. До завтра.